Ходили вокруг него кругами. Ты серьезно? Да, куда бы он ни пошел. Все девчонки. Он такой крутой. Что? Ван Фан? Не верю. Серьезно? Да, именно так и было. Помнишь Ченинь? Ван Фан про нее все рассказала учителю Ма. Это было невероятно. Она подругу свою предала. Думаю, теперь я знаю, откуда учитель узнал, что я пью таблетки для похудения. Почти никто не знал. В школу родителей вызвали. Она настучала. Да, уверена. Лицемерка. Двуличная выскочка. Подлая. Это же невероятно. И не говори. А она еще и президент класса. У меня нет слов. Я зла. Отвратительно. С виду такая невинная, а за спиной гадости творит. Да, я ее просто ненавижу. Согласна. Джунся, ты сделала тот тест? Дай списать. Английский следующий. Эй, ты чего так открыто-то, а? За нами наблюдают и нас подслушивают. Возьми мой. Обойдусь. Я в твою ловушку не попадусь. Пускай я не такой уж и умный, но никогда не поступаю по-свински. Точно. Ни слова больше. Она президент класса. Нельзя ее обижать. Согласен? Президент. Чего тебе нужно? Ты в порядке? Одноклассники устроили мне бойкот. Думаешь, я в порядке? Уверена, что тебе неприятно, и ты не чувствуешь своей вины. Сыплешь соль на рану? Сыплю. Я хочу тебе донести, что не надо себя жалеть. У каждого действия есть последствия. Я не ты. Я окончательно уничтожена. Ты не я. Чужое мнение меня не волнует. Я живу по своим правилам. У меня есть друзья. А у тебя нет никого. Я президент класса. Я должна следить за порядком. Мне это не нравится. Поставь себя на мое место. Что бы ты делала? Ты ошибаешься. Класс — это не что-то очень простое. Ты настраиваешь всех одноклассников против учителей и не принимаешь ни одну из сторон. Уже поздно что-то менять. Попробуй подружиться со всеми. Будь честной. Есть шанс, что школьные друзья останутся с нами на всю жизнь, и нельзя упускать такую возможность. Сюдзиншу. Не очень красиво, но спасибо. Не благодари, ты должна извиниться. Сюдзиншу, а ты невероятна. Быть твоим противником сложно. Ты не сладкая булочка. Считаю это комплиментом. Прости за случившееся. Ты искренне признала свою вину. Поэтому я прощу. Но советую быть осторожной, я буду начеку. И глаза я закрывать не буду. Тоже и тебя касается. Готовься, я стану лучшей в классе. Предстоит долгий путь, я тебе не стану поддаваться. Сюдзиншу, я хочу с тобой дружить.
Алло? Где встретимся? В библиотеке? Сегодня не получится. У меня проблемы. Что? Что случилось? Я не могу уйти. Не могу. Можешь прийти ко мне? Прийти? А это нормально? Нормально. Конечно, это нормально. Кстати, а ты терпеливая? Возможно. Просто супер. Прошу, приходи. Я отправлю тебе адрес. Да. Да. Чуюнин. Что такое? Что с тобой? Тише. Нельзя ее будить. Что происходит? Сперва зайди. Брат попросил меня понянчиться с его дочкой. Она меня с ума сводит. Батюшки, я думала, ты умираешь. Или типа того. Ты не понимаешь. Дети — это дьяволы. А ты кто? Я Сю Джиншу. А тебя как зовут? Я Юань Юань. Мне 4 года. Я быстро кушаю. Рада знакомству. Я не подготовилась. Не угощу тебя конфетами. Я не хочу конфеты. Мама говорит, что от конфет у меня заведутся глисты. Как мило. Скажи-ка мне, как ты к нему обращаешься? Дядя. А ко мне? Зови тетя. Старшая сестренка. Старшая сестренка? Юань-Юань. Она моя одноклассница, поэтому зови ее тетя. Я слишком молода, чтобы быть тетей. Буду тебе сестренкой. Но звучит как-то странно. Я же не старик. Ты официально дядя. Веди себя по-взрослому. Он дядя, а ты тетя. Нет. Я сестренка. Как же это мило. Юнь-Юнь, твоя тетя, я... Мы с твоей сестренкой должны сделать домашку. Может, пойдешь посмотришь телек? Юань-Юань, хочешь подарочек? Да. Складываем вот так и вот так. Красный? Зеленый. С какой стороны будем закрашивать? Вот здесь? Давай я вас сфотографирую вместе. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Сыр! Я тоже хочу быть на фото. С
Сестренка, пожалуйста, не уходи, останься со мной. Мне пора домой готовить ужин. Обещаю, я обязательно еще приду к тебе. Хорошо. Тогда до завтра. Позаботься о ней. Пока, тетя. Моя чудо-племяшка. Что ты хочешь? Хочу новую Барби. Ладно, куплю тебе самую красивую. Хорошо. Ладно, идем.快快收拾医务室，快快收拾医务室！快到医务室了。